Сейчас бы Ведем захват. надиктовал. Ребят, привет всем. Жек Херсон, Валера Гуглов, Слава Бабич, Олег, Москва. Вам нужно что-то разорвать? Да, ну его так готовы. Плоховато слышно, ну сами понимаете, Москва. Деревня, далеко. Там связь плохая, да. Ну далеко это, от Херсона, значит. Квакают а лягушки там. Да не. Ну как нет? В Москва. Квакают, но не лягушки. Ладно, не суть. Москва хороший город. 2 на 2, я с Валерой, Слава, с Олегом на левом фланге. Суки. Это не вам, ребят, это не вам. Сколько у нас новых немцев, Жень? А то я что-то провтыкал с вашим этим трендежом, блин. Сейчас, Валера, посмотрим, что там новые, немцы, старые. Да, давай что-то там решать. У нас пулемет Валера МГ вышел только что. О, ясно. Звезду захватывают. Да. Куда вы, куда я вы думаю, колючку не тянете, а? Чё вы хотите? Колючку хотите захватить? Ой, сделать. Неплохие немцы, плохие. Плохие, неплохие. Плохие, говоришь. Немцы как немцы. Ага, пулемет притащили, козлы. Как нас обошли, блин. Олег, миномет, пожалуйста. Плохие немцы. Ну что, пехотинцы? Валер, не желаете вот сюда сесть, присесть? Кем? Пулеметом. Правым. Вот я этим. Я не желаю. Вот этим. Честно. Вон что-то непонятно вообще вкус наблюдает. Я вот, Олег, захватывай точку. Выходи, захватывай точку. Я особо хотел туда. Ну ладно. Сади. Да. Это хорошее место, двухэтажный дом, малосемейка хотя бы, ну ничего. Олег, миномет нужен, Олег. Все. Теперь Валера. Забираем звезду, а там и бензин пойдет. Давай, пора. Нам сейчас главное вовремя встретить ихний приход минометов. Нам вовремя смыться, главное. Вот, блин. По миномету, Валера. Уже бью. И я нажал. Но они сейчас будут отсюда заходить. Поэтому... Только смотри, чтобы мы в куче не сидели. А мы так и сели с тобой. Отлично, просто. Сейчас молодцы. Я отстреляюсь и сразу ухожу. А то, как говорится, прилетит ответка. Да. Новобранцы на месте. Вперед! Марш! Приказы? Валер, я забираю. Вон они идут с той стороны, где ты сказал. Маньяки. А че вы в боковой дом не сели? Не смогли? Нет. Понятно. Мы вообще в дом не смогли сесть. Если вот честно. Этот. А, не, мы по той стороне не атаковали. Вот и плохо. Ну да, хорошего мало. Голодранцы у меня прибыли. Не, неплохо играют, флангуют. Что-то пытается брыкаться еще. Минометов наделали с дурой. Мы будем там. Серьезно, посадили пулемет. Сожги его нахрен. Я такой, чтобы жёг бы лучше. Я пришел к вам помочь. Давай, Славик. Помощь, она никому не помешает. Никогда.
Я бы даже сказал. Минометный расчет, ты... Я от помощи никогда не отказывал. Тем более от денежной. Да, от халявной. Добивай вот этого пулеметчика, он задрал. Слава. Сейчас. Есть приказы. Они своими пополняшками, вот этими бункерами, нехорошие. Нехорошие немцы, а миномет в хозяйстве пригодится. Пулеметы переводим. Если, да. Ну, если у кого-то осталось. Переводим. Блин, враг отрезал сектор. Ну что за бардак, блин? Что за бардак? Положить мешки! Нужно укрытие! Мы тут ухожу, не уходим отсюда! Вам нужно... Давайте сюда этот пулемет! Мы вышли! Так. Сука, убили. В итоге. Вроде пока все тут. Слава того. Полюсу. Короче, они, знаете, что начали в самом начале игры гнать? Кто-то медленно загружался, я не заметил кто. Они вон, написали... Женя нас обходит. Да. Они... Валер, давай пополняшку, да, по максимуму. Так ты в сушке, да, идешь? Да, в Катюшу. Хорошо, они сейчас написали, типа, добавьте рамы. Ну да, памяти, типа. Памяти добавьте, а потом... Юморист еще один написал, Эдди Мерфи. Ну, Петросян же, он не в Америке, правильно? Так как они заграничные. Да не, это слабо, ребят, но они даже... Написал, наверное, они загружаются с Сибири. Ну, что это такое? Мы потеряли минометный расчет. Ну, как так? Це не подобство. Це не подобство, в Т4. Начинаем работу. Так, иди, мне надо... Иди. И вот так, ребят, 500 сейчас тысяч раз. Никогда не садите вот так пулеметы, минометы. Минометы. Это глупо. Просто за один коктейль Молотова два отряда сгорают. Причем хороших минометных отрядов, блин. Да. Я-то еще... Опа, Ганамаг! 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 Я пушку делаю. Хватит минометов, Валера, подвязывай. А я ничего не... У меня два с самого начала игры. Не, вообще говорю, я же ничего не говорю, сколько там у тебя было, это. Я говорю, хватит. Я их и не делаю, бля. Вот и не делай. Ну хорошо, я и не буду. Вот будешь просить, а я не буду. А я тебе скажу, ты же сказал не делать, вот я не делаю. Следи, значит, за своим. Ты лучше убей Ганамага. Я лучше миномет спалю. Еще один. Четвертый, наверное. Мы потеряли пулеметный расчет. Вот и нет Ганамаги. Там один уехал, по-моему. Не, я убил его. Вот, блин, враг захватывает сектор снабжения. Ну, это нехорошо. Можно этот как его, херню ту расстрелять. Какую из них? Ну, херню, которая... А какой херне идет речь? А какой именно херне вы хотите нам сказать? Которая база немецкая. Новый бронетранспортер, Валера. А хрен на него, блядь. Он с тыла убивает тебя, блядь. Да, я тут, блядь, не с тыла, тут пулемет. А это да. Разбирайте миномет, мы уходим. Так, Валера. Ситуация патовая, я бы даже сказал. Сади пулемет сюда, пока месте. Вот большая вероятность, пулемет, что мы, Валера, проиграем. Вот сюда. Что? Я говорю, большая вероятность, что мы проиграем. Типун тебе. Десятая минута, Катюша. Ждем вашей... Выступаем.
Сейчас Валера отдефимся. Это потому, что я не минировал. Обходят. Бабушка. Обходят отсюда, суки. Ладно. Где мои пацаны? Сука. Я им сейчас устрою катюшные сюрпризы. Ладно, выходим, намек понял. Ого! Вражеские силы пытаются захватить. Тормози по полнях. Стрелки готовы. Куда поехать? Противника осталось 300 очков. Есть приказы? Мы в пути. Понял, что решили добивающих подбивать. Валер, сюда по полняхе. Еду. Ой, ты зря туда ударил, я полняку привел. Да я не туда, Валер. Я ударил по ним чуре. Давай отступающих добивай. Будь здоров. Спасибо. Профукал я пулемет, блин, пока тут ездил. Бывает и такое. И это не добро. Я предлагаю по чуть-чуть начинать рашить. Сейчас я тут... Хорош уже, да, херней заниматься. Я чуть подзаминирую. Выступаем. Готов пушкой, буду сейчас подсвечивать тебе. Ваш приказ, товарищ. Вперед, товарищ. Опа, ганамочина. Угу. Говночина. Бабушка уронила таблетки и съели собаки. Ну хорошо. Ну нормально, собака теперь просрет. Собака просрется. Зачем просрется? Такими веселыми собак еще не видел никто ни разу. Ой, пушка, уходим. А, жалко пушку. Нажалуйся, что у меня куча болит. Ну что я могу сейчас сделать? Я тоже не знаю. Ну зачем? Зачем было терять? Ладно. По полняху забирай, не дай бог. Лукс приехал к тебе. Давай, 6 секунд. И еще одну заказать. Нас боеприпасы режут. Да, я вижу. Я пошел уже туда. Уже вышли туда. Лукс получил, уехал. Еще больше наших войск потеряно. Да, товарищ. Что там с пушкой? Пополняху верни, куда ты поехал? Зачем? Ну твоему отряду пополнить. А, так. Ты ж захватываешь. Ну я захватывал с друзьями, пацаны лежат, остался один. Хорош. Валера, уезжай пополняхой. Бросай меня. Может, да захватываешься? Не, это-то понятно. Я к тому, чтобы тебе сейчас не саданули. Я вижу, он нацелился на меня в вспышку. Козлина. Все, вы не хотите здесь. Нас обходят. Вот инженер завис. Смотри. Валера, пополняй ху... Давай я пушку светану тебе сейчас. После Катюши можешь рашить. Там две пушки, не получится. Да, вижу. Накручивай вторую. Одну спалю к меня. Злой ты какой-то. Нет. Мне надо было шутить про Сибирь и про оперативную память. А? Валер, накручу. Сейчас нахлобучиваю.
Надеюсь, у них ума не хватит меня забыть. Танк. Суки. Танк. Уезжай, Валера, уезжай. Пацаны, как дела? Орудие наготове. Да так, бывает и хуже. Меняем позицию. У немцев сейчас очень плохо. Они прям страдают, Слава, поверь мне. Прям страдают, дяденька. Страдают. Как я люблю. Чё, перестали шутить, все, шутки закончились. Угу. Ума! Шо опять? Убирай свои Катюши, она пошла в тыл нам. Да. А есть кинуть там есть что-то? Подарок. Нет. Наша земля попала в лапы к врагу. Суки окружили мои. Все. А все. До побачення. Они не такие уж идиоты, как кажется, блядь. Как хотелось бы, да? Да, и как хотелось бы тоже. Ты вот этими Катюшами крутишься, они так мешают. Пиздец просто какой-то. Блядь. Что именно? Ну я проехать не могу. Ты кем? Катюши кем? Там уже нету задника. Кем ты не мог проехать? Ты ж мешаешь Катюшами. Да кем ты не мог проехать? Третий раз спрашиваешь. М5 не мог, он да, сбил. Блять, 17-я минута, посмотришь повтор, потом будешь мне рассказывать. М5 не мог. Давай уже сушки выводи, хорош хуйней заниматься. Да не, ИС-2 ждем. Нам против теха нечего ИС-2 предоставить. ИС-2 ждем, я сказал. За лупу там ИС-2. Пока кто-то ИС-2 выйдет, блять, нас порвут. ИС-2 ждем, я сказал. Не нервничай. Хорош хуйней заниматься. Рассказываешь мне тут, блядь, про это самое, про М5. Поехал, хуй знает когда. Да я выехать хотел. Да ты рассказывай мне, Валера, не надо рассказывать. Посмотришь повторы. Да чё посмотришь, на моих глазах все было. Не рассказывай мне. Нехуй там крутиться было теми Катюшами, нехуй, блядь. Я текал. Стрельнул, уехал. Я текал. Вот сейчас была б сушка, блядь. Было б кем встретить эти, блядь, пушки. Ну, строй сушку, блядь. А я где забыл. Я строю? Я в Т-шке эти, блядь. Я забыл, да. Валер, ну не нервничай, тут чуть-чуть осталось. Ну, Т-шка не годится против тех. Она вообще никакая, ты ж знаешь. Я знаю, да. Это вообще не тех, это Такешис. Поеботина какая-то, блядь. Еще тут начал выдумывать мне, блядь. Ты смотри на него. Он пума катается, как у себя дома. Надо минировать больше, Валера. А при чем тут минировать? Да притомно. Сушки выводи. Угу. Хуюшки, блядь, наебал. Сам выводи, я тебе говорю. Я уже ИС вывел, блядь. И я ИС жду. Ты ждешь, а я уже еду. Блядь. Ладно, я 3-4. Новый Т-34 на готове. Освобождаем этот район. Вот поебанный. Не оставим врагу империи советской земли. Собираюсь на ту воевать. Не, Валер, я не буду сушки, у меня совсем другая тактика игры. Делай как хочешь, но чем ты будешь встречать тех, я не знаю. Просто спалили. Уничтожил еще один отряд пехоты. Где написали? Да понятное дело. Вас там немножко эти пумы попугали, да? А там не только пумы. Да там... этот паникер, блядь, со своим М5 начал рассказывать. Ну, телился, понял, пока пак
две Катюши не слил. Потом только начал за М5, он говорит, я хотел выехать. Я смотрю, он, блядь, даже не шевелился. Да если б не я, блядь, там да бы слилось вообще все. Ты еще скажи, что ты Вторую мировую выиграл, блядь. Да. В данный момент, да. О, блядь, пидорасы идут. Бронирование блюда. Хороший шлифт. Ты можешь трехзвездочный танк ёбнуть? А я почему поехал? Поэтому с дятину и поехал. Давай минируй, блядь, стоишь. Я, сука, тебя сейчас научу. Минами, блядь. У меня он пума в жопу ездит. Прикрыть. Давай, давай, едь по дыму вперед. Я пуме сейчас сломаю движок. Нашел кого пугаться. Пума в жопу, боится, да. Так она в жопу бьет. Как всегда, американцы в самом конце, типа, герои, да? Ну, конечно, а как ты хотел? Ты боялась. Не, ну там американцы приехали и все. Не держим ни бензин, ни хуя, ни звезду. А это неправильно. Американские друзья приехали. Да я вообще не знаю, что бы мы без америкосов делали. Конечно, они же проплачивают постоянно. Поехали, поехали. Я сказал, извините, ребята, но продолжайте тренироваться. А кинжал сказал, что ты там сильно не радуйся, говорит, у меня один отвалился на 3-й секунде. А, ну так понятно, если не компьютер играл, то это игра не за счет. Какой? У него это, играл. А чё наречу у него отвалился? Врет. Врет собака. Ну что тут происходит? Ну, я выношу немецкую базу. Не, я про другое, я про звезду нашу. А, это вы должны были сделать. Я забираю ее минометами. Извращаю. Что там Олег как повоевал? Ну, нормально. Олег хорошо играет, да, смотрю. Не паникует, не истерит, как кое-кто. Как я. Ну мы уже старые, знаешь, у нас нервы не выдерживают. Я понял. Карвалор. Или как это? Карвалол, блядь. Да, это да. От сердца, а нас нервы, блядь. Ну тогда марихуана, я знаю, помогает от сердца. Я нервов. Марихуана помогает попасть в места не столь отдаленные, блядь. Да, это тоже. Как говорится, лучше живой в тюрьме, чем сердечный приступ. Ума, блядь, пиздец, игра. Я не знаю. Ум наделали, блядь. Хватит ломать движки, ломайте америкоса. Вот, блядь. На базу, ты еще скажи. Чё не сдаваться? Давайте, твари. Вот в следующий раз, чтобы не шутили ни про Украину, ни про Россию, ни про Сибирь. Выигрываешь, шути, не выигрываешь, блядь. Молча. Шутите лучше про Обаму, блядь. Про Обаму шутите, про Меркель, там, про всякую другую. О, тигренок выходит, трехлет. И шо, он что-то решит в этой жизни? Тигр, тигр. Призвизжи. Налетай! Налетай, порвать надо, как ту же грелку. Да. Вот не спросим, какой на говно еще. Мы даже самолет не успели. Что в такой ситуации может этот тигр решить? Ничего.
Да, ты видел, да? Разорвали. Пушка, пушка, Слава. Змей вышел. А, так еще и землячки. Поедь броневичком, убей вот этих говнюков. Еще и землячки. Как раз работа для броневичка. На звезду пришли пулемет, я на пулемет поехал. ИС-2 вышел. Какой? По счету. Третий в нашей команде, первый у меня. Хватит ломать движки моим 3-4, суки немецкие. Украл, выпил в тюрьму. Да. Ребят, если вы не можете выиграть соперника, воздержитесь от шуток. Взрослые люди не издеваются над слабыми соперниками, если они не выебывались только в начале игры. Это мораль сегодняшней игры такая у нас. И Валера паникил. Не, Валера, может быть, и правильно паниковал. Откуда он знал, что у них может быть... Ну, ты знаешь, пошли в Пуму. Это было их не очень умное решение. Да, мы Пуму слили не одну. Ну, заехали чуть-чуть. Это я провтыкал, не поминировал. Постоянно, потому что надо было полить минометы эти чертовые. Да, там минометы а уже... Так, они ж там пополняшный бункер поставили. Так нормально это... все. Вали. Да. Ну, американцы...